Слуцк «Облгарант» 20 июня 2024 года отмечает полувековой юбилей. И сегодня мы покажем вам редкие архивные кадры и немного прикоснемся к 50-летней истории предприятия, которое сегодня представляет собой многоуровневую структуру и в нашем городе предоставляет услуги кабельного и цифрового телевидения, высокоскоростного оптического интернета, интернет-провайдера «Амиго», услуги информационно-рекламной тематики «Бегущая строка» и «Слуцк ТВ», рекламу в лифтовых кабинах нашего города, обслуживание домофонов, услуги по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, сдачу в наем собственной недвижимости. Началом истории предприятия можно считать 1974 год, когда 20 июня по решению Министерства бытового обслуживания населения БССР создано Республиканское промышленное объединение «Белбыт-радиотехника». 1992 год знаменателен для предприятия не только тем, что это год рождения главной телезвезды города, но и тем, что предприятие с этого года предоставило населению новую услугу. В августе была введена в эксплуатацию первая сеть кабельного телевидения в городе Слуцке. Подключены первые 20 многоэтажных домов. С тех пор шла непрерывная работа по расширению сети. Система кабельного телевидения была построена в старых дорогах Любани, в агрогородке Лучники. Выполняли собственными силами строительно-монтажные работы по подключению частного сектора к сети кабельного телевидения. С 2013 года начались работы по прокладке оптоволоконного кабеля в Слуцке. Так в наш город пришло цифровое телевещание. Мы успешно осуществляем свою деятельность в Минской и Гомельской областях. Город Минск, Слуцк, старые дороги, Любань, Кополь, Речица. В настоящее время только по городу Слуцк мы оказываем услуги интернет более чем 260 многоквартирных жилых домов. А кабельное телевидение и того больше, более 330. Кроме того, большое количество пользователей нашего телевидения есть и в частном секторе, более 2000. В настоящее время технология не стоит на месте, также и мы стараемся шагать в ногу со временем. Наряду с коаксиальным повсеместно используем и оптоволоконные линии связи, что позволяет существенно улучшить качество трансляции телевизионного сигнала. В ближайшей перспективе на последующие 2 года есть расширение мультисервисной сети связи в новом микрорайоне по улице Борисовца, Зеленая, Магистральная. Что касаемо городов Кополь, Любань, Старые дороги, также планируем провести модернизацию головных станций, ремонт и модернизацию кабельных сетей телевидения. За годы деятельности «Гарант» был даже дилером в сотовой сети «Бест», далее «Лайф», а 1 июля 2011 года на канале «Плюс ТВ» вышел первый информационный выпуск телепрограммы «Слуцк ТВ». Приветствуем вас, дорогие слуцчане и гости нашего города! Сегодня начинает работу телепрограмма «Слуцк ТВ», и вы смотрите наш первый информационный выпуск. В наших телесюжетах мы будем рассказывать об историко-культурных ценностях Слуцчины, о достижениях трудовых коллективов, о вас, дорогие слуцчане, обо всем том, что будет происходить с нами рядом. Презентация телепрограммы «Слуцк ТВ» состоялась 30 июня в административном здании учредителя программы открытого акционерного общества «Слуцк Облгарант». Проект потребовал огромных усилий, но его реализация стала возможной благодаря взаимодействию со Слуцким районным исполнительным комитетом, обществом с дополнительной ответственностью «Белвиасад». Сегодня мы открываем телевизионный канал «Слуцк ТВ». Это знаменательная дата в преддверии праздника Дня освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, День независимости нашей страны. Сегодня, открывая телевизионный канал «Слуцк ТВ», информируем всех людей Слуцчины, что к этому интересному событию мы начали двигаться в прошлом году. Действительно, зародилась такая идея, чтобы создать телевизионный канал. Такой город Слуцк и Слуцкий район, один из крупнейших районов Минской области, безусловно, должен иметь свой телевизионный канал, который бы объективно показывал не только жителям Слуцкого района, но и всей Минщине, как живут слуцчане, какие события сегодня происходят на Слуцкой земле. Шли мы к этому событию долго,
Но вместе с тем отрадно сегодня отметить, что вот эта идея, этот проект реализован благодаря нашей слуцкой коммерческой организации «Облслуцгарант». Я сегодня выражаю слова благодарности руководителям этой организации Тишкевичу Александру Валентиновичу за понимание этой идеи, за то, что он поддержал районный исполнительный комитет, и это у нас проект состоялся. Безусловно, мы сегодня благодарны нашим партнерам, это правообладателю канала «Плюс к ТВ» и лично Станкевичу Петру Петровичу, который с пониманием относился к нашему предложению и пошел навстречу. И вот благодаря взаимодействию этих двух коммерческих организаций мы сегодня имеем свой канал. Слуцк ТВ с 2020 года вещает в качестве Full HD и на данный момент закрывает информационную повестку не только в Слуцком районе. Мы транслируемся в 9 городах Минской области. Это Борисов, Фаниполь, Старые Дороги, Жодино, Молодечно, Слуцк, Любань, Дзержинск и Кополь. Дважды в неделю в эфир выходит главный информационный проект Слуцк ТВ «Время новостей». Еженедельный гороскоп, мотивационный проект «Делай как я», разговор с психологом. Есть на земле таки куток, музей Слуцчины, проект, специальный репортаж, культурная вандровка, Слуцчина-спортивная и многое другое. Все выпуски можно пересмотреть на нашем YouTube-канале Слуцк ТВ. Мы открыты к новым предложениям и 24/7 на связи с нашей аудиторией в социальных сетях Слуцк ТВ. Игорь Стрижкин работает на телеканале с самого начала его основания, уже 13 лет. А Игорь Александрович Васильков, начальник Солигорского производственного участка, предприятию служит уже 35 лет. Целый ряд сотрудников работают у нас от 10 лет и больше. В 2012 году был реализован еще один значимый проект строительства мультисервисной сети связи интернет. Новая услуга цифрового телевидения и предоставление доступа к сети интернет, проведена масштабная реконструкция кабельных сетей в Слуцке, обеспечена подача расширенного пакета программ в многоэтажные жилые дома в городе. Сегодня пакет услуг включает в себя до 100 цифровых телевизионных каналов и домашний высокоскоростной интернет Амиго. Услуги доступны в Слуцке, Минске и Речице. И компания продолжает стремительно развиваться. Слуцк-Облгарант – это хороший сервис для клиентов и достойные условия труда для сотрудников. Наша команда состоит из профессионалов. У нас ценят сотрудников, готовых найти подход даже к самому требовательному клиенту. Мы двигаемся в одном направлении. Вот такие наши первые 50, дальше больше. Оставайтесь с нами, мы любим то, что делаем, и каждого из вас. Благодарим вас, дорогие наши, за сотрудничество. Сюрприз!